Мне хочется посвятить чтение этих стихотворений Стаську Лесневскому, с которым я был знаком с 1959 года и принимал участие в его блоковских поездках в Шахматово. И он был для меня и остается светлейшим человеком. По пути в соцгородок. Январь 41-го. Вот ветер был за Джесказганом. Мы с мамой шли в соцгородок. И в этом воздухе стеклянном уже я двигаться не мог. И вьюга мне глаза колола, и люто била по ногам. А в это время наша школа в тепле читала по слогам. Я стал почти что как ледышка. Вокруг синего хоть волком вой. И вдруг я вижу, рядом вышка, на ней в тулупе часовой. Он заорал: «А ну, отрава! Погибель ищешь, пацану! С дороги повертай направо! Давай скорей, не то пальну!» И тут раздался голос зэка: «Витам сугробы, душегуб! У пожилого человека чернели корки вместо губ. Стоял он около подвала и свирепел собачий лай. А мама до смерти устала. «Стреляй!» сказала. «Ну, стреляй!»